Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я хочу снять цены на субботнем рынке в Махмутларе. Сегодня 29 июля. Кого интересуют денежные переводы в районе Махмутлар, около башни часов, мы занимаемся денежными переводами, как Золотая Корона, Риа Трансфер, Шиф, Инпэй и другие переводы. А также мы переводим с карты Тинькофф на карту, на нашу карту российскую, можно по СПБ, по курсу того дня. Моментальные переводы денежные отправляете и моментально получаете лиры по курсу того дня. Я с вами, меня зовут Агаси, я искупался на море, сейчас выпью апельсиновый сок и пойду снимать вам рынок в Махмутларе. Офис находится около башни часов, напротив сеть магазин Топчу Концепт, там мебельный магазин БК, и вот башня часов, там Зираат Банк, и там море. Идемте к рынку, я постараюсь снять сегодня цены на мясо, цену на рыбу, пойду в магазин Мигрис и покажу цены. Может быть и мед, там молочные продукты и тому подобное. А все зависит от жары, как быстро высохнут мои волосы. Смотрим, дорогие зрители, ставим лайк, подписываемся на наш канал, пишем комментарии. Я сразу начну с мяса. 270 лир грядка баранина. 250 лир. Фарш 360 лир. Это говяжий фарш. Транч какой-то, не понял. Вот это мясо. Дана Росто 420. Бифштекс 450. Антрикот 480. Язычок сколько там? Ага. Из костей 380. 30. Котлеты, вот это кёфте, 360 лир. Курочки. Также в этом магазине пельмени продают. А бизим ордек некогда? Я до тавук мабо. Ага, это домашняя курица. Фиат. Килограмм 150 лир. Домашний. Это, кажется, кролик. Бутавшан ма? Некогда? 250 лир килограмм кролика. Мяшки, мяшки, все есть. Там крылышки от 90 лир, от 85 лир и выше. Пошли на рынок, дорогие зрители. Этот магазин находится от башни часов в сторону гор. Направляетесь где-то 300-400 метров. Ну, 300. И вот на этом стыке. Я в этот раз вошел отсюда. Сразу молочные продукты и оливки покажу вам. Мерава, Владим. И ящики для роллсон. 90 лир, а? Молочок, шикер. 90 лир. 90 лир начинаются цены на оливки. Смотрите, какие большие оливки. Терея, а не кадар? Терея. Ола, ола, ола. 260 лир стоит у нас сливочное масло. 250 лир. Можно где-то 200 найти. Вот магазинное, да, например. Тулум. Это у нас сметана. Каймак они называют. Каймак, короче, сливки называют. Вот сливки. 180 лир. Сыры 200, 190, 160, 140, сыр. А сыров много. Мне самое больше нравится, вот эзирный есть, балыки сыр, например. В другом магазине то же самое, 90 лир оливки, марабала. 110 лир, это козья. Сыр. Угу. Тут
мигает. Начнем с пассифлоры. Пассифлора 100 лир. Это сейчас в моде. Очень полезная фрукт. Антистресс. Здорово. Авокадо штука 100 лир. Авокадо, как видите, они большие. У меня рука большая, так что... Вот, то, что находится в пассифлоре внутри, они продают вот так, можно сразу пить и не стрессовать год. На год хватит этого. Один напиток, можете сразу заснуть на несколько дней. Три штуки драконий гранат. Внутри красное, короче, вкусное. Еще есть такое. Дачи лейми. Личи называется. Личи. 500 лир килограмм, но внутри такие эти орешки. Косточки есть там внутри, да, в зубах остревает. Но полезно. Розовое яблоко 300 лир. Это что такое? Бо нет, да, да, мы бить его. Бо эльма мы? Да, эльмасы. Гюль эльмасы. Цветочное яблоко, но они розовое яблоко написали. Наверное, внутри розовое. Да. Вы вишнями? Йок, керас. Черешня от 15 лир и выше. Вечером, если будете приходить, то цены на 5-10 лир будут дешевле. Это после 7 вечера, 6.30, 7 вечера. От меня вам такую фишку. Начинаются от 30 лир персики. Это щеки мят, верно? Ага. Вот это прямо авокадо. Это более огромное. Манго, авокадо здесь нет. Манго. Гази паша. Ого. На таком стеблешке это растет авокадо. Здесь, наверное, бурда бир бучок кило, я до бир кило. Килограмм. Килограмм 200. Вот это весь. Но она крепкая еще. Ага. Гази паша манго. 1220 грамм. Спасибо. А вы там смотрите, там лайк не забывайте ставить. Труды мои. Хаджи, мэраба, кириби. Я. Ага. Спасибо. Ой, кюзе. Йок, толстый. Абрикосы идр шам битти ми? Идр битти. Самые вкусные абрикосы идрские. 40 лир более крупная черешня, 50 лир клубника, вечером 35-40 лир. Картошки у него 20 лир, но есть за 15 лир, за 18 лир. Вечером можете за 15 купить. Видите, 18 лир картошки. Здесь тоже 18 лир картошки свежие. Такие. Лук 20, 15 лир по вечерам. Малина 70 лир. Вечером можете за 50 купить. Более свежая или более побольше стоит 100 лир. Вкусно выглядит. Так, мне надо вот это сфоткать, чтобы на этот поставить. Оп. Да. Черешня желтая 40 лир. Клубника, видите, 30 лир. Мел. Буне абизим? Салаталык мы? Келек абы, келек. Келек. Тады недир? Не yapılıyor bundan? Салаталык. Как огурцы. Что-то другой сорт какой-то. Teşekkürler. Фасуля? Фасуля не kadar? Фасуля 50. 50 лир стоит у нас фасуль. Ну, тут одежду продают, туда не буду ходить.
35-35 лир болгарский перец. Tanesi ne kadar? 50 lira. 50 lir. Küçük, büyük hepsi aynı mı? Ben sonra mı lazım bilmiyorum. Ha, başı 50 lir. Semiçki. Помидоры 20 лир, 15 лир, вот так. По вечерам 10 лир можно найти. Здесь тоже сочно выглядит. О, может быть, эту фотку буду пользоваться. Так. Сфоткаю. Вот так сфоткаю. Ага. Папайя. Орешки от 250 лир и выше. Это чистые мелкие орешек. Орехи 280. Огурцы от 20 лир, но 15 тоже можно найти. Если прогуляться по рынку, кабак от 5 лир, зелень от 5 лир и выше. Вечером в основном бабушки в той стороне. Вот за этим рынком там есть еще. Тоже распродают по вечерний рынок, тоже там. 30 лир. Абрикосы 50 лир. Инжир. Вкусняшка. Инжир не когда? Килограмм 150 лир. Коробочка. Вишня 40 лир. Карпузы не когда килоса? 15 лир килограмм арбуза. Evet 8 liraydı ya. 8 liraydı hatırlıyorum. 8-10. Yayla başladı artık. Yükselişte karpuz. Эту неделю цена арбуза поднялась. Раньше было 8 лир. Nasıl biliyorum bundan sonra gidiyorum karpuzlar. Сейчас будут сладкие арбузы приходить, потому что уже конкретно жаркий сезон. Более будет сладкий арбузик у нас. 50 лир. Нектар 50. Инжир не кадар сенде? 120. 120. А, там было 150, уже 120. 70. Дыня 20 лир килограмм. Порой вечером приходите, одну за 20-30 лир отдают. 18 лир вот такие огуречки. Тоже это вкусный помидор розовый. Вот так он выглядит. 35 лир. Абиди, мысыры не когда? 4 штук 50 лир стоит кукурузик. Я надеюсь, вы все попробовали фрукты. У кого-то там зубы упали, у кого-то слюни потекли. 30 лет. Встали, пошли на базар все. 50 лет. Келдем. Хайлос. Сау. О, 50 лет. 50 лир у нас стоит ежевика. О, Ютуба гидиор директ. Ютуба гидиор. Парадайс Алания, английская. Дженнет Алания, эвет. Не? Ара, ара. Эй, люби. Ага. Вот, есть белый. Драконий гранат, есть красный драконик. Тепе Тарым называется это место, да. Тепе Тарым. Вот Идыр. Идыр мы? А?
Вот они самые вкусные абрикосики. Желтые такие, большие. Yes. Чеснок. 4 штук 30 лир. А это свежий чеснок 30 лир. Здесь 25 лир арбуз, 15 лир. Все, дорогие, сейчас я пойду в магазин Мигрос, посмотрю цены на рыбу. И также цену на мясо. Там вроде бывают скидки. Еще сухофрукты сниму. Все увидели цены. Вот, например, лук 15 лир. Тут еще продается текстиль. Можете пройтись, посмотреть цены. Или же также магазины из Хива-Якити. Ну, здесь видите цены 5 евро 60. Пойду сейчас в Мигрос. Если ищете натуральный мед, около вот ПТТ напротив, вот в таком магазине, с правой стороны. Ну, здесь есть молочные продукты, скумбрия копченая и тому подобное. Вот. Потому что натуральный мед сложно найти. Я вроде официальный магазин. А то на базаре не верю, что там настоящий мед. Видите? Если русскоговорящий персонал, можете прийти и здесь тоже посмотреть цены на мед. Даже по молочному продукту, то, что у них тут есть. Цены меняются, но есть у них цены. Асал Тараям Варма? Асал. Вот это самое настоящее сливочное масло. Он это в килосу? 350 евро. Сюд коксы гелера, он нам? Сюдин сюдин. Некотор денен? 350 лет. Вот самое настоящее сливочное масло, которое собирается с... Яик называется, яик терея, Трабзон. Я недавно из Газипаши купил, органический, ну, чисто натуральный. А все остальные там добавки все-таки есть, еще кулеральные. Мне привезят с Газипаши, так что я нашел местечко под заказ. Здесь вот такие дорогие сыры. Эн пахалы пейнерин хангиси? Аппензеллер. Самая дорогая из вечера. Свиден. Ага. Швейцарский сыр. Фиат недер? Килограмм 1700 лир. 1000 килограмм. О! Копченая. Это скумбрия. Селедка. О, селедка копченая. 280 лир. Я вернусь за тобой. Это уже этот кефир. Вот, тоже органик, натурально, кажется. Это домашний. 155 лир. Икра есть, вот, красная икра, черная икра есть, да, Дарданелл, еще из кумры не кадар? Чук-чук я бы, дюйклер ёк му? Бу не балык олио? А, паламут. Сельдь. И колбаски тут всякие, выборы есть. Даже есть магазин гастроном в центре города, на 25-метровой дороге. Там тоже есть именно колбаски, там российская, украинская, там белорусская. Там привозят всякие продукты.
мясные, молочные также есть, сметана там, сгущенки там потом. Здесь тоже есть махмутвари, но не помню, где именно. Здесь уже 300 лир фарш. Дана ортаялы, ересел 300, здесь скидки есть на мясо, что-то там. Дана бонфиле 10%, 350 лир, скидка 10%. Филе-кавар малык, это пожарить, чтобы картошками, 262 лиры. Итак, сейчас покажу я вам рыбку. Турецкий самон. Это лосось, что ли? Лосось, конечно, он большой. Ну, как локоть. Норвежский лосось. 429 лир. Креветки 359. Лебрек, вроде кажется, сибас. 179 лир. Кефаль 89, 90 лир. Сардаля 80. Это что такое? Или я впервые вижу с клещами? Креветка с клещами? Вроде на рака не похож. Керевич называется. Пардон. 90 меланур. Мерджан 139 лир. Сазан 110. Чпра. Дара такая 189-190 лир. Крабы есть. Большой дорога. Искорпит. Крабы стоят. Спасибо. До свидания. Так, здесь орешки сколько стоят? Килограмм. Так, так, так. Это по 100 грамм. Ну, короче, здесь, потому что надо есть в Мигросе. Ставим лайк, подписываемся на наш канал, пишем комментарии. Постарался ради вас. Кто-то сидит дома, не может выйти в эту жару. Пока-пока.